В Хандыге Тамбунского района организовали акцию «На велосипеде к здоровому образу жизни» со стартовой площадки проекта «Сюжет» Марии Винокуровой. Участников приветствовали заместитель главы по социальным вопросам администрации Тампонского улуса Петр Новгородов, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики, пропагандист велосипедного движения в Якутии Назар Амосов. В мае месяце энтузиасты из числа медицинских работников начали проект велостоянки. В рамках проекта «Добрых дел велостоянки» возведены велосипедные стоянки возле учреждений здравоохранения, учебных заведений и спортивных объектов. Далее по маршруту площадь Ленина, стадион, стартовал праздничный велопробег, посвященный юбилеям Тампонского района поселка Хандыга. Финишировали велосипедисты на территории поликлиники, где прошло торжественное открытие велостоянки Тампонской ЦРБ и старт проекта «Велофельдшер», призванный улучшить доступность медицинской помощи, облегчить труд фельдшеров на участках. Инициатор проекта – главный врач Тампонской больницы Иван Оконечников. Оснащение велосипедами она немножко убыстрит доезда до вызова, и при этом это очень большое пропагандистическое движение, когда сам медик ездит на велосипеде, показывает более здоровый и активный образ жизни. На торжественной церемонии для ингинского ФАПа от Минздрава был передан специально оборудованный велосипед «Велофельдшер». 3 велосипеда от Сахамедстраха для участковых больниц сел Теплый Ключ, Тополинный и Крист-Хальжай. Завершилась акция конкурсом для велосипедистов. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, НВК Саха, Хандыга.